Одной из главных проблем, пожалуй, в любом регионе России остается нехватка кадров в таких важнейших отраслях, как образование и медицина. На решение этих задач направлены серьезные усилия властей, и они приносят положительные результаты. Так, более 300 медицинских работников выпустил в этом году Тверской медицинский колледж. Это фельдшеры, медицинские сестры, лаборанты. Что примечательно, едва получив дипломы, молодые специалисты отправятся на свои рабочие места. В этом году впервые в истории колледжа бывших студентов передают сразу под крыло работодателя, главврачей медицинских учреждений Твери области. Подробности у нашего корреспондента. Как рассказала директор Тверского медицинского колледжа, в последние годы средний балл абитуриента заметно подрос. Это 4,5-4,9 балла. Большинство ребят добросовестно преодолевают все ступени обучения. Многие уже работают со студенческой скамьи. Кроме того, некоторые выпускники даже получили опыт в инфекционных госпиталях и на станции скорой медицинской помощи, помогая врачам во время пандемии COVID-19. Такие кадры нужны Тверскому здравоохранению. Я сейчас на данный момент работаю на 5-й подстанции. Работаем мы со времен ковида и решили продолжить работу на Тверской подстанции скорой помощи, так как в нас нуждаются в молодых специалистах. Артем получил сегодня диплом фельдшера. В планах учиться дальше и работать. Также продолжить обучение собирается и его однокурсница Валерия Ершова, которая тоже выпускается уже трудоустроенной. Я закончила в этом году специальное сестринское дело. Очень обучение было насыщенное, яркое. Мы благодарны всему нашему педагогическому составу. Вот, на протяжении обучения работала в 6-й больнице, в педиатрическом отделении. Продолжаю там же работать и дальнейшее трудоустройство тоже планирую там. Теперь уже коллега Валерии, дипломированная медицинская сестра Ксения Румянцева, после выпускного возвращается в родной Лихославль, где ее очень ждут в местной ЦРБ. Так получилось, что на практике позвали работать и как-то понравилось. Собираюсь получить высшее образование, также медицинское, по специальности хирургия. Всего в этом году стены учебного заведения покидают 309 специалистов. Медсестры, фельдшеры, лаборанты, акушеры, стоматологи. Все они востребованы на рынке труда. Потому выпускной в этом году было решено сделать в необычном формате. Сразу со студенческой скамьи специалистов встречают работодатели. У нас сегодня очень много работодателей. Мы провели совместную большую работу по тому, чтобы оставить их в Тверском регионе. И сегодня наши основные крупные больницы и глава муниципального образования будут принимать вот наших выпускников в свои распростертые объятия. Это Тверская областная больница, городские больницы Твери 6 и 7, больница имени Литвинова, а также районные медицинские учреждения и станция скорой медицинской помощи. Потребность у региона большая. Особенно в специалистах, фельдшерах скорой помощи. Вопросы быстрого доезда и качественного оказания помощи стоят на первоочередном контроле. Также потребность в среднемедицинских работниках особенно ощущается в наших центральных районных больницах. Поэтому вклад, который вносит наш Тверской медицинский колледж, неоценим. Вопрос с кадрами решается. Так, всем молодым специалистам положены меры поддержки, как региональные, так и муниципальные. Для тех медиков, кто едет работать на село, есть проект «Земский доктор», предусматривающий денежные выплаты. Кроме того, и колледж начнет готовить больше специалистов среднего медицинского звена. В этом году увеличено количество бюджетных мест и на год сокращены сроки обучения, что поможет ускорить процесс наполнения кадрами ряд медицинских учреждений области.